Водолей, привет! Сейчас мы с вами будем смотреть прогноз на февраль 2019 года для знака Водолей. Давайте посмотрим, что нас ожидает в феврале. Февраль, как я уже говорила, это месяц действий. То есть, если январь у нас был больше месяц планирования, то есть подготовление, планирование, у нас в январе было, а то февраль, в феврале уже нужно действовать. Не откладывайте то, что можно сделать в феврале. Делайте, потому что месяц очень благоприятный, он со всех сторон, там и в астрологическом плане аспекты очень хорошие, для всех очень планеты хорошо, удачно проходят, друг с другом не конфликтуют, поэтому в феврале нужно действовать. Ну, давайте посмотрим, что нам говорят карты. Так. Первая карта, семерка у нас жезлов. Угу. Вторая карта. И третья. Ну, старший аркан выпал, значит, месяц тоже такой немаловажный, скажем так. Ну, для вас он, видимо, важный. Так, значит, начинаем смотреть, что у нас. Какое-то соревнование у вас в феврале, споры, борьба, какой-то вызов кому-то будете делать. Делайте, не бойтесь, все будет хорошо у вас. Все будет хорошо. Вот, значит, у нас это семерка жезлов, да? Все будет хорошо. Вот мы видим человека, то есть вызов делаем, но сам человек, он стоит как бы выше, видите, а все остальные внизу, то есть ему легче держать оборону, как бы, да, поэтому он и делает вызов. То есть, если вас подведут к тому, что вы должны будете сделать вызов, делайте его, не бойтесь, все будет хорошо. Ну, и это может также отражаться в любой сфере, то есть и в любовной сфере, и в профессиональной. Ничего не бойтесь, все получится. Сразу говорю. Все получится, победа будет за нами. Так, семерка. Еще одна семерка. Вот как интересно-то, а? Семейная карта. Может быть, в семье важные события какие-то будут проходить. Ну, события будут неплохие тоже. Не бойтесь, все будет хорошо. Значит, семерка кубков у нас. То есть, склонность к фантазиям. Мечты, вот чего-то будете очень сильно желать. Вот мы видим мечтателя, да, такого, вот посмотрите, там у него кубки и лавровый венок тут, и всякие там замки, богатства какие-то, вот все это грезит человек об этом, мечтает. Ну, я скажу, что месяц такой, что, возможно, все мечты имеют свойство сбыться, поэтому не бойтесь. Вообще мечтать нужно. Мечтать только с помощью мечты мы начинаем понимать иногда, куда нам двигаться и что мы хотим от этой жизни вообще. Третья карта у нас старший аркан. Она называется повешена. Ну, не пугайтесь названия, просто она так называется. Это о чем может говорить? О том, что немножко будете в замешательстве, не понимаете, куда дальше двигаться, либо что-то выжидаете, вот прям выжидаете и думаете, а дальше что? Вот вроде я сейчас пришел в это состояние, и что дальше, что, как будет все? Вот такое какое-то состояние немножко непонятное, подвешенное, поэтому так и называется, что вроде как не может, не знает, не понимает, не может. Это может как угодно проигрываться. Давайте сейчас мы, наверное, на эту карту еще бросим, чтобы нам прояснить все-таки, что это такое может быть. Так. Ой. Замечательно. Вот смотрите, подвешенные, да, и тут же нам выпадает колесница. Это старший аркан, это замечательная карта вообще. Вот хочу обратить внимание на белое-черное, да. А вот у нас впереди фигуры, то есть вы
можете влиять как на плохой ход дел, так и хороший ход дел. То есть выбирайте. Колесница — это то, что вам все подвластно. Выбирайте, пожалуйста. То есть вы, даже сказать на коне, это немножко даже не то. Вы вообще, ну, вот в таком самом-самом положении хорошем, очень выгодном. Поэтому все хорошо закончится. Думайте, принимайте решение, все будет замечательно. Колесница — это, ну, в общем-то, да, такой аркан старше, но он, конечно, сильный очень, такой говорящий. Сейчас мы немножко его протрактуем, посмотрим, да, ох. Победа, успех, материальное поступление, то есть, если денег ждете, будет вам и прибыль, и поступление, и признание будет, и почет будет, понимаете? Ситуация разрешится какая-то. Ну, возможно, это разрешение ситуации внесет какие-то радикальные перемены, но они не будут плохими. Перемены будут хорошими, потому что карта победителя. Замечательный расклад на самом деле. Водолей, я вас поздравляю, что такой будет замечательный февраль. В феврале действуйте, призываю еще раз. Не сидите, не выжидайте, надо делать что-то. Будьте осознанными, все будет хорошо. С вами была Гала Таро.